Похищение генерала, кража патрульной машины, перестрелка возле больницы. Привет, друзья! То, к чему нельзя быть равнодушным, мы покажем, что случилось в городе и за его пределами. Каждую неделю мы делаем для вас интересные видео. Сегодня утром во время патрулирования Кавалы на набережной был похищен генерал. На вызов сразу отреагировал воздушный патруль. После 10-минутной погони полиции все же удалось остановить преступника, который протаранил дерево. Генерал отделался легким испугом. Сейчас я попробую выйти. Да. Попробуй поклёв. Брат, тут сложно, генерал. Да я понимаю. Не ссыпьтесь. Надо это вырезать эти слова. Просто едьте на все. Выбирай, пробуй. По словам полиции, двое преступников угнали патрульную машину. Выследив подозреваемых по GPS-трекеру в ключах, полиция поняла, что злоумышленники двигаются в сторону военной зоны. Начался план перехват, по результатам которого автоугонщиков удалось сбежать. Давай, работай. Попередите. Набрали. Думайте. Все, мы его видели. Живой? Ну ты да, у меня патроны. Бега, бери. Воздушному патрулю поступил вызов диспетчерской. В больнице произошло ДТП. В одном из транспортных средств находился разыскиваемый преступник, которого нужно было доставить на полицейский участок. Полиция произвела успешное задержание, в ходе которого, к сожалению, был ранен журналист. Купи. И это все, что мы хотели вам показать. Ждем ваши реакции. Лайков, дизлайков. Берегите себя. И пока.